Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим омлет на 4 человека. Для приготовления нам потребуется 8 яиц, 400 мл молока, соль и сливочное масло. Итак, к яйцам добавляем немного соли, чуть больше, чем пол чайной ложки, или по вкусу. Вилочкой перемешиваем, чтобы желтки смешались с белками. Не взбиваем, просто перемешиваем в однородную массу. Можно даже не вилкой, а вот так вот руками размять желтки. Все, буквально вот масса стала однородной. Добавляем молоко, не взбиваем. Еще раз перемешиваем. Омлетная масса готова. В смазанную маслом чашу мультиварки выливаем омлетную смесь. Готовить омлет будем на ручном режиме или режиме выпечка при температуре 130 градусов 30 минут. Нажимаем старт. Через 30 минут омлет будет готов. Прошло 30 минут. Вот такой замечательный омлет получился. Подождем минут 5, чтобы он слегка остыл, после чего будем доставать. Мы ждем 5-7 минут, чтобы омлет стал более плотным. Когда он остывает, он стает более плотным, легко отходит от стенок, после чего хорошо держит форму. У меня прошло 7 минут, как вы видите, он отошел от стенок. Достаем его с помощью корзины пароварки. Вот такой омлет в итоге получился. Вот так омлет выглядит в разрезе. Как вы видите, он получается достаточно высокий, структура пористая, но при этом омлет держит хорошо форму. Омлет получается очень нежный, сочный и пышный. Обязательно попробуйте приготовить его и вы. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Thank you.